Всем привет! Сегодня у нас видео такое психологическое. Я пыталась найти такую тему, которая бы вам всем была интересна, заинтересовала вас, понравилась. И главное, была бы полезна вам в быту, в общении с людьми, не только касаемо мужских и женских отношений, на чем у меня канал базируется, сфокусирован, но это имеет отношение к вашим людям в коллективе, к вашим родственникам, очень это важно. И, в принципе, к мужчинам это все тоже можно притянуть, потому что вот это качество, характер порой в личности, жадность, сегодня будем говорить о жадности, это присуще очень многим людям в разных сферах вашей жизни. И когда мы выбираем для себя друзей, естественно, мы можем расторгнуть отношения, перестать с человеком общаться, мы создаем окружающий мир вокруг себя, да. Но бывают с таким качеством люди в вашем ближнем кругу, это ваши родственники, ваши родители, ваши там братья, сестры, например, по сути, от общения, с которым вы не можете отказаться, вы можете его минимизировать, да, но до конца отказаться было бы неправильным. И как бы вам нужно для того, чтобы понять, как себя вести с жадным человеком, сегодня мы говорим о жадности, нужно понять природу, механизм, и понять, почему люди так поступают, понять саму причину. Сегодня я расскажу немножко о видах жадности, о качествах характера, которые вы можете увидеть у людей, и понять, что этот человек имеет склонность к жадности. Это очень полезно, симпатия к мужчине какому-то, но вы у него замечаете определенные качества характера. Вы прекрасно знаете, что первое время каждый человек хочет произвести лучшее впечатление, качества свои какие-то скрывает. И чтобы понять, что у человека это есть, это может быть, такое качество, такая черта. Вот эти моменты мы сегодня будем озвучивать. Качество его характера, по которому можно понять, возможно, человек этот может быть жадным в будущем. Я хочу сначала рассказать о том, что жадность, она не только материальная. Бывает жадность к деньгам. Бывает такой синдром плюшки-накопительность. Вообще это такое, есть психическое расстройство, если что, да, когда люди начинают очень много, неосознанно даже отчасти, да, ну, это люди больные психически, складывать много всего. Например, дома это завалы каких-то из мусорок несут домой, с мусорных там контейнеров домой мусор. У таких людей заводятся крысы, тараканы, это беспокоит окружающих и соседей, там подобное, вносит дискомфорт какой-то, но это расстройство уже, это к психиатру, это лечить. Но есть такой синдром Плюшкина у обычных людей, да, которые откладывают на потом, поживем, потом, не сейчас, складывают ненужные вещи, которые можно было бы выкинуть. Это все наши, знаете, балконы, антресоли, то, чем мы особо не воспользуемся, или какая-то поломанная, как бы, не знаю, посуда, там, не знаю, пластиковая какая-то банка, которая уже не пригодится, но ее можно залатать, а может, когда-то я увезу ее на дачу. То есть вот вроде бы, от чего бы другие люди, да, могли бы избавиться. Вот такая черта характера и качество такого человека могло зародиться из неуверенности. Это неуверенность, прямая неуверенность в завтрашнем дне, в неуверенность в своей жизни. Это люди могут быть из бедных семей, это может быть из детства, из каких-то трудностей материальных в своей жизни, это определенная травма могла быть, и она наложила подобный отпечаток, то есть человек не всегда был таким. Либо он мог это с детства видеть у своих родителей, принимать такое качество. То есть, по сути, это можно изменить, если бы ему это захотелось. Если бы он, причина здесь, да, мы сейчас говорим, причина, чтобы понять таких людей. Причина в том, что человек не уверен в своей жизни, либо в завтрашнем дне. Поэтому он все складирует, копит и откладывает свою жизнь на потом. Поживем потом, но не сейчас. Такие люди очень тяжело тоже тратят деньги, да, если у них есть деньги, например, потратить в отпуск, поехать, и скажут, ну, потом когда-нибудь. Это легкомысленная какая-то трата, и сейчас я к этому не готов. Он будет никогда к этому не готов. И на самом деле этот лучший момент никогда не настанет. Человек не уверен, поэтому откладывает. Сейчас мне студент начнет писать, ну, давайте все будем расточительными, направо-налево деньгами швыряться или чем-то еще и не складывать. Это не прагматично, надо быть... Не, я не про это. Я про то, что когда это что-то экстра и вредит людям окружающим, переходит какую-то грань нормы. Следующий вид жадности может быть эмоциональная. Знаете, люди жадные до эмоций, жадные до любви, когда их любят, а им все мало. Люди, которые здесь и сейчас живут, наоборот, не на потом откладывают, но они жадные. Это экстремальные виды какого-то спорта могут быть, да? Человек подсаживается на адреналин, как пример. Это вот так условно чисто. Это могут быть эмоции достижения на работе, когда человек жадный, ему можно остановиться, но он ждет
Опять же, это уверенность и удовлетворение своей жизни. Человек недоволен собой и своей жизнью на данный момент. Он живет здесь и сейчас и проматывает, по сути, может быть, даже он не экономный в деньгах деньги, но эмоционально до эмоций он жадный. Чтобы чувствовать, что ты живешь, чувствовать эмоции, не откладывать на потом для такого жадного эмоционального человека, это вообще равно смерти. Надо здесь проживать, прожигать сейчас. Это тоже неудовлетворенность, но собой. Неудовлетворенно своей жизнью. Если я это сейчас эмоционально не возьму, не хапну, не возьму максимум от жизни, то я проживу зря, завтра я могу умереть, и вообще все потеряю, страх и смерти. И опять же, это все касаемо каких-то страхов и травм, которые были в жизни, наложили подобный отпечаток. Немножко о причинах. Причины очень простые и банальные. Это либо психотравмы какие-то, тяжелое экономическое, финансовое состояние, либо эмоциональный недостаток связи с родителями. Человек жадный до эмоций, ему не хватало эмоциональных связей, любви и так далее. И когда он до этого дорывается, ему мало-мало, ему хочется, чтобы больше любили, чтобы ему больше о любви говорили и так далее. Это все в эту корзинку идет. И, естественно, в основном корень жадности — это пример наших родителей из детства, это когда ты растешь в подобной среде, в каком-то ущемлении, либо в моральном ущемлении, да, или мы, дети очень быстро перенимают и впитывают, и они также перенимают и впитывают поведение своих родителей. Если кто-то в семье был с подобной проблемой, которая доносила, давала определенный дискомфорт членам остальной семьи, в том числе ребенку, он это перенимает и ведет себя практически точно так же, потому что это не что-то социально плохое, неприемлемый алкоголь, наркотики, зависимости, дивергентное какое-то от нормы отклоняющееся поведение, это все окей, это не осуждается обществом, но потом самому человеку и его окружающим это может приносить определенный дискомфорт и нарушать социальные контакты с другими людьми. И сейчас о качествах характера, которые бывают у людей, чтобы понять о том, что этот человек может быть жадным. То те качества характера, черты, определенные поведения у жадных людей, которые им очень часто присущи. Я говорю, что у всех это все есть, все такие качества, да, но у некоторых людей это взаимозаменяемые качества, они очень... Некоторых может быть все это, что я сейчас буду рассказывать, но для вас это такой колокольчик, чтобы понять, что у человека с этим, с жадностью могут быть какие-то проблемы или напряженные отношения. А главное такое качество, присуще очень многим жадинам, это эгоцентризм, когда люди зациклены на себе. Их слово «я», оно очень часто доминирует в их речи. Их жизнь вокруг крутится вокруг того, что «я хочу», для меня это мое желание на первом месте. Это очень, кстати, важно, будет замечать у детей такие моменты после там 5 примерно лет, на этом тоже нужно родителям сфокусироваться. Кстати, если нужно, напишите комментарий, я могу снять видео о жадности у детей, о рамках нормы, как родителям на это реагировать, отдавать детям свои игрушки, делиться на площадке и тому подобная история. Если вам это нужно, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях, я сниму видео еще о детской жадности и реакции родителей, как нужно себя вести в таких ситуациях, потому что тема довольно-таки интересно насущная именно в детской сфере, а не уже у взрослых людей, когда в детстве это все как-то можно еще, скажем так, задать вектор ребенку развития, как-то исправить эти моменты. Так вот, вернемся, эгоцентризм, вот эти звоночки о том, что я, вся вселенная крутится вокруг меня, мои желания, потребности на первом месте, и потребности, желания партнеров в семье, членов семьи, еще кого-то, они всегда у этого человека на втором месте, в первую очередь это делать что-то для себя. Очень часто у жадин проявляется чувство зависти. Если видит в человеке такие качества, он не может это контролировать. Вот он может завидовать, как это говорится, белая зависть, но это зависть. Он, не знаю, если на работе коллега у вас, которая, ой, это смотри, у нее там муж подарил ей колечко. То есть она отмечает, когда у кого-то что-то новое появляется. О, а этот приехал на новой машине, а у этого отпуск больше дали, чем... То есть не только в материальном, а во всем. Чувство зависти неконтролируемое, человек не фильтруется, скажем так, себя, и вообще очень сильно это показывает, что его задевает, когда у кого-то, по его мнению, опять, это как эгоцентризму, чего-то больше, он считает, что это несправедливо, и вот это чувство жадность и чувство зависти очень сильно перекликаются, и вот эта жадность подпитывается вот этим чувством зависти, знаете, такой побочный эффект от жадности, да, видите рядом такого человека, начинаете с ним общаться, видите, что он завистливый,
Это равно практически, что он может быть и жадным, потому что он считает, что это все вокруг несправедливо, и он тоже всего этого достоин, несмотря на то, что он, например, палец для этого не ударил. И, кстати, к эгоцентризму подходит отсутствие чувства эмпатии, сопереживания, сострадания. Это очень связано, потому что человек, у которого в приоритете свои запросы, свои желания, он очень редко эмпатированный и жалеет кого-то вокруг, либо потому что он не может сдвигать потребности других людей на первое место для себя. Ему жадины важно, чтобы он был на первом месте для себя, выполнять свои потребности, а сострадание, эмпатия, жалость к другим людям, помочь чем-то для него — это гораздо вторично. То есть, когда закрыты его потребности, только тогда он может сопереживать. Беспринципность — тоже такая черта есть, очень характерна жадинам. То есть, человек не постоит ни за чем, закрывая свои потребности. Он может сделать что-то плохое, он может перешагнуть какие-то рамки нормы, морали и так далее, но он выполнит, он закроет свою потребность, свое же какое-то желание, несмотря на то, что он может доставить дискомфорт или обидеть каким-то образом другого человека. Это повлияет как-то негативно на жизнь другого человека. Беспринципность по пути к своей цели. Очень часто в работе, в карьере, в компаниях такие люди встречаются, жадные до эмоций, которые рубят карьеру, они прям проламывают людей вокруг себя, раздвигают, лезут на рожон. Это беспринципные люди, они очень часто выбиваются в начальник. Они очень любят доводить все это до конца, и они, знаете, ни за чем не постоят, обидеть кого-то, опустить каким-то образом, подставить еще и так далее. Это качество его, потому что это все складывается вот в это качество личности и жадности, беспринципность, скорее всего, эгоцентризм и так далее, у этого человека может присутствовать. На работе это может быть успешным человеком, но который на пути к своей цели. Зачем я вам все это сегодня рассказываю? Вы должны понимать, что у человека определенные проблемы с этим есть, он не просто так жаден. Это определенная травма. Жадины могут стать, например, позже уже, да, в какой-то период времени, уже взрослый человек, никогда этим качеством не отличался, может быть, пережил какой-то стресс, страх смерти в том числе. Человек, который начинает откладывать, заботиться, он, главное, чтобы вы поняли, не уверен в своей жизни на данный момент, не удовлетворен своей жизнью, либо в будущее. То есть это вид жадности, какой у него есть. Но на самом деле просто это неудовлетворенность, неуверенность, какой-то страх есть к чему-либо. Либо какая-то психотравма в плане, например, финансов, это может быть какой-то уверенность. Опять это все к уверенности, к завтрашнему дню и будущему. Отсюда может вытекать и страх смерти, в принципе. Или страх того, что... не самой смерти, а процесса, да, умирания, что мне не могут подать стакан воды, мне не будет какой-то помощи. Это откладывается в том, что человек в мелочи какой-то, он идет, покупает хлеб не такой, какой он хочет, дорогой, там, не знаю, злаковый, еще какой-то навороченный, а подешевле, я отложу денежку, чтобы, да, там, не знаю, нанять потом в старости, да, цепочку разворачивать, там, какую-то сиделку, которая будет подавать стакан воды, потому что у меня никого нет, я вообще одинокий человек, и умирать мне не страшно, сам вот этот процесс одиночества, и т.д. вот на это все выходит. То есть вы должны понимать о причинах, почему это происходит. То есть у человека есть проблема. И, например, не надо стараться ваше поведение, плавно переходим к тому, как себя вести с жадиной. Да? Если вы начинаете общаться с человеком, вы выбираете его в свою жизнь, коллегу, друга или так далее, какого-то там знакомого, вы вправе, если для вас это вообще неприемлемо, отказаться от этого человека, не вести с ним контакт, потому что свое окружение в жизни создаете вы. Но если это член вашей семьи, ваш ближайший родственник, папа, мама, брат, сестра, тетя, дядя, с которым вы вынуждены общаться, вы их любите, но вот это качество вам очень мешает, у вас две позиции. Первое — закрыть на это глаза и ничего не делать, потому что человек меняется только тогда, когда он этого хочет. Второе — если вы не можете с этим смириться, вы своим поведением хотя бы должны выставить рамки поведения с этим человеком, границы, показать ему, что жадность по отношению к тебе неприемлема. Это в отношениях супружеских очень часто, да, бывает. То есть, окей, будь жадиной, но не со мной. Как это показывать, если моменты возникает, что жадность на вас влияет, вам она неприятна, показывайте, что нет, я тоже есть, и у меня здесь вообще-то есть тоже потребности в нашей семье. Например, это бывает, когда финансовые моменты решает один человек. Муж, жена, неважно кто. Муж, например, потому что он заработает, или муж отдается деньги жене, она вообще распоряжается. Знаете, сейчас такие истории в семьях, да, есть. Муж зарабатывает, приносит деньги, жена всем распоряжается, а муж еще и его, он обделенным остается, хотя он все деньги заработал. Это вся вот эта история. То есть, если твое личное пространство
твои интересы задеваются твоим близким человеком, партнером, вот этой жадностью для тебя что-то не дают, не делают, жадность может быть эмоциональной, не забываем, не дают любви достаточно, вы должны это проговаривать и показывать тем самым рамки, что мне это неприятно, такое поведение. То есть выводить это, не замалчивать и говорить, ой, да он просто жадный, у него такое качество характера. Но оно влияет на вашу жизнь, качество характера вот этого близкого вашего человека. Живите в своих интересах, хотя бы покажите, что с вами так вести себя нельзя. Про качество, как лечить и вообще, что такое жадность, можно ли искоренить? Конечно, можно. Если вообще рекомендовано людей с патологической жадностью, когда это уже на грани, знаете, психического расстройства, когда там завалены комнаты или там отложена куча-куча еды, консервов и всего прочего, погреба все за соленьями, банками, которые пропадают, выкидывают, идет вот этот мартышкин труд. Мы каждый год, наша мама сейчас, да? Страх голода, после войны времена тяжелые экономические в стране, да, катают банки, складывают в погреб, они стоят годами, плесневеют, взрываются, мамы их выкидывают и опять начинают солить, вот это или бабушки там ваши, да, я имею в виду старшее поколение, вот эта вся история к этому, да, идет, когда это человек тратит силы и не понимает адекватно, что это не нужно. Вот вся вот эта история идет, это психотерапевту, даже не к психологу, а на терапию. Нужно проработать саму причину, найти ее и проработать, почему человек стал себя так вести. Это все можно сделать, если у человека есть на это желание, запрос, и эта жадность его самого в его жизни беспокоит и доставляет дискомфорт какой-то. Человек не хочет этого менять, он никогда не изменится. Эмоциональная жадина, есть такой момент, да, например, это очень часто бывает, человек финансово проявляется это, откладывает деньги, жалеет и так далее, и так далее. Деньги вроде бы есть, на счетах есть деньги, но сейчас он живет впроголодь, потому что он экономит, суперэкономный, супержадный, не может расставаться с деньгами. Это все неуверенность в завтрашнем дне, в жизни своей, неудовлетворенности и, скорее всего, эмоциональное звено здесь есть. Человеку не хватало любви. И вот этой вот жадностью он пытается восполнить финансово через деньги. У его, то есть, греет такого человека, что у меня есть счет, на нем есть деньги. Но открыть счет, потратить я не могу, мне страшно. И это работа с определенными там страхами идет. В общем, к чему я веду, заканчивая это видео. Я вам сегодня рассказала примеры того, как может быть, какие качества могут быть у людей, чтобы вы понимали, что у человека есть такая особенность его личности. Как себя вести с такими людьми? Вы этого человека принимаете, либо не принимаете, а если принимаете, выстраиваете свои рамки общения, чтобы эта жадность вас не касалась и не приносила деструктив в ваши отношения. Если мы берем мужские и женские семейные отношения, надо мужу говорить, потому что вас это беспокоит. Никогда об этом не молчать. Пока молчите, это не справится. Это не супер что-то страшное, укоренелое будет в характере, в поведении человека. Как правило, если это систематически устанавливать рамки, человек просто перестанет распространять это на вас. Это все вообще легко как бы управляем, это надо смотреть каждую ситуацию. Очень часто партнеры просто жадины, они выбирают таких партнеров, которые об этом не говорят, не упоминают. И, собственно, поэтому они так и существуют, им всем это удобно с какой-то точки зрения. Что вы думаете, полезно ли это видео? Нужно ли снять часть про жадность для детей и родителей, вообще как на это реагировать? Пишите свои комментарии, либо запросы на психологические темы, что разобрать такого характера поведения, чтобы вам было интересно. Я всегда оставляю свою почту в описании к видео, разворачивайте, смотрите, пишите мне на почту ваши анонимные истории, либо записывайтесь на консультации психологические. Скоро увидимся, всем пока!